Уникальная возможность не только зажечь на масленицу, но и научиться тушить пожар, выпало в воскресенье посетителям парка Степанова. Ивановские огнеборцы провели там масштабную профилактическую акцию. Цель – напомнить жителям областного центра правила пожарной безопасности. В атмосфере масленичных гуляний акция стала не только просветительской, но и развлекательной. Кроме выставки пожарной техники, сотрудники чрезвычайного ведомства организовали несколько тематических площадок для детей и взрослых. Могли попробовать себя в роли пожарного снайпера, сбив струей воды из пожарного ствола футбольный мяч. Также тематические площадки были по надеванию боевой одежды пожарного. И третья тематическая площадка, я считаю, была самой интересной. Это называлась она «Потуши пожар», где разжигался реальный очаг пожара. И с установкой также каждый желающий мог его потушить.